В Армении пообещали не арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Я, конечно, сомневаюсь, что Путин будет рисковать тем, чтобы приезжать в страны, где римский статут был ратифицирован, поэтому я думаю, что он побоится ехать в Армению. Но само обсуждение, которое возникло вокруг решения Международного уголовного суда, оно приводит к эрозии международных институтов, потому что по мере того, как каждая страна, руководствуясь сиюминутным политическим решением, начинает выбивать для себя исключения из правила, вот в этот момент происходит эрозия и авторитета Международного уголовного суда, и авторитета каких-либо решений, которые он будет выносить в будущем. Потому что раз можно добиваться каких-то исключений по таким серьезным вопросам, значит, вопрос-то, в общем, был не таким серьезным, и, ну, значит, решение не имеет никакой принудительной силы, а имеет такую рекомендательную основу, то есть статус очередной красной черты, которую можно переходить второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой раз.